Приказ никого не впускать. Всем отвечайте, что повелитель очень занят. И больше ни единого слова. Как там дети? Ты заходила к ним? Они ни о чем не спрашивали? Да спрашивают, а как же? Что мне отвечать им? И как долго надо скрывать правду? Пойду проведаю госпожу. Я это сделала, чтобы спасти от смерти моих шахзаде. Тот из моих детей, кому достанется престол, должен убить своих братьев во имя сохранения порядка. Вот что диктуют наши законы. Перед каждым шахзаде есть два пути. Либо трон, либо смерть. Каждый шахзаде растет в страхе перед палачами. В страхе перед смертью. Поэтому брат встает на брата. Поэтому прорастают зерна ненависти. Над троном, черной тенью, нависает смерть десятков шахзаде, младенцев, детей, юношей. После этого остаются муки совести, израненные сердца, беспокойные души. Безграничная власть падишаха означает плач матери. Горестный крик матери, которая раньше срока прощается со своим ребенком. Означает последний взгляд, который ничем не восполнить. Последнее объятие. Я Кюсем. И вот моя воля. Настает новый день. Приходит конец многовековой традиции. Отныне вместо страха воцарится спокойствие. Вместо ненависти – любовь. Вместо горя – счастье. Больше из этого дворца не будут выносить гробы юных, не узнавших греха шахзаде. И не будут раздаваться крики матерей, от которых разрывается сердце. Я Кюсем. И вот моя воля.
Я остановлю кровопролитие. Положу конец братоубийству. Укажу новый путь. Открою новые горизонты. Стану их проводником. Изменю судьбы. Вот моя воля. Я сдержу слово, данное покойному повелителю. Заботиться о тех, кого он верил моему попечению. Я защищу наших шахзаде, их матерей и эту великую империю. Я Кёсэм Султан. Пусть все знают и все услышат. Отныне я замужем не за султаном Ахмедом, а за Османской империей. Добрый день, госпожа. Что заставило вас так спешно созвать собрание? Повод этот весьма тяжелый, муфтий Сат Эфенди. Повелителю уже давно не здоровилось. При его состоянии нас ожидает самое плохое. Аллах, да продлятся его дни. Аллах исцелит повелителя. Мне хотелось бы верить в это. У повелителя есть последняя воля. Хаджага. Наш великий повелитель принял решение. В случае его смерти на престол взойдет старший и достойнейший шахзаде. По-моему, это нужно утвердить. А кто же старший и достойнейший, госпожа? Шахзаде Осман Хазрет Лили? А может, шахзаде Мустафа Хазрет Лили? Несомненно, трон по праву должен принадлежать шахзаде Осману. Однако надо ввести новый закон, который положит конец убийству братьев. И поэтому, мое мнение, шахзаде Мустафа должен престол занять.